Гражданином какой страны стал актер Колин Фёрд? Почему реклама спровоцировала протесты в Австралии? И сколько стоит дневник Адольфа Гитлера? Об этом не только в нашем обзоре. У британского актера Колина Фёрда появился итальянский паспорт. О его намерении получить второе гражданство стало известно в мае. Фёрд, во-первых, хотел иметь общее подданство со своей женой, итальянкой и детьми, а во-вторых, был обеспокоен возможными последствиями Брекзита. Власти прошение удовлетворили, прокомментировав: актер часто бывает в стране, к тому же свободно говорит по-итальянски. В Австралии сотни людей протестуют из-за рекламы. Индусская община требует удалить ролик продовольственной кампании, в котором божество Ганеша вместе с богами всех религий ест баранину. Дело в том, что согласно верованиям индусов, слоноголовый сын Шивы – вегетарианец. Производители ролика говорят, оскорбить никого не хотели, а реклама нацелена исключительно на пропаганду сопричастности. В Сан-Франциско открыли памятник женщинам для утешения. Это девушки, которые попали в сексуальное рабство к японским солдатам во время Второй мировой. В церемонии открытия приняла участие одна из жертв насилия – 89-летняя Юн Су Ли. Монумент состоит из двух частей. Одна изображает трех девушек – кореянку, китаянку и филиппинку, держащихся за руки, а другая – кореянку Ким Хаксон, которая была одной из первых, рассказавшей о трагедии сотен тысяч женщин. Блокнот Гитлера ушел с молотка за 33 тысячи фунтов стерлингов, хотя первоначальная цена была почти вдвое меньше. В книжке от руки записаны адреса и телефоны, всего более 200 фамилий. Среди них руководители Третьего рейха – Гиммлер, Геббельс, Риббентроп, Борман и другие. Блокнот нашли в здании парламента Австрии, где какое-то время находилась администрация рейха. Папу Франциска обвинили в ереси. 62 священника прибегли к так называемой коррекции, которая не применялась с 14 века. Они написали коллективное письмо. В нем возмущается чрезмерной лояльностью понтифика к греху. Имеется в виду апостольское увещание Франциска, опубликованное в апреле 2016-го. В нем он заявил, что разведенные католики, которые снова вступили в брак, должны быть более интегрированы в христианские общины. По мнению католической церкви, второй брак – это грех.